Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в Resident Evil 8. Закончили мы на том, что сохранились в комнате с торговцем. Здесь мы ничего не знаем, ничего не видим, кровь, девственность, семейные фото, у нас ничего с собой нет. Шарик мы так и не нашли, с бабой в тот раз дрались, которая боится солнечного света, так что в этой серии мы с собой должны хотя бы шарик найти. Пришли мы вон оттуда. Так, а сюда? И сюда можем зайти. Слушай, я заблудился. Я не помню этого замка. Представляешь? Я забыл, как выглядит замок. А, ну здесь я был, скорее всего. Значит, нам сюда не нужно. Пойдем наверх. Задание какое? Покой Димитреску мы так и не нашли. Да, вот оно что. Хоть одна дверь из этих открыта? Открыта. Здесь мы были. И здесь мы были. Так, ну сейчас пока мы восстановимся, вспомнимся. Глядишь, и серия закончится. Здесь кровище, что-то кого-то убили. А, здесь мы убили эту бабень. Это винная комната. В винной комнате здесь ничего... Бутылку сюда нужно положить. Конечно же, ёлки-палки, кто бы мог подумать-то, а? Дверь открылась, ёжики-палки... Ёжики-палки, ёжики зеленые. А порох? Порох — это хорошо. Кстати, патрончики. Патрончиков-то у меня маловато осталось для пистолета-то, да? Давай их сделаем. .77 должно хватить. Открыть сундучок. Взять ключ от внутреннего двора. Ага. Ключ от внутреннего двора. Как-то выпасть-то хоть. Да, получается, надо на выход идти, да? Ну, получается, да. Ну, сейчас будут скримаки по-любому, которые нас будут пугать, не давать выйти. Еще что-нибудь. Тихо. Я слышу, как кто-то ходит. Да слышу и слышу, пусть ходят. Я все-таки здесь не один должен быть. Назад главное изредка оглядываться, чтобы точно знать, что никого сзади нет. А то ж обычно как? Сзади подойдут и по голове ударят, и все. Так, не выпускают. Чего? Ты чё хохочешь-то здесь? Тебе заняться, что ли, нечем? Ну подскажи что-нибудь, давай. Кошелек герцога. Кошелек герцога. То есть я ему должен это продать? Вот это что, а я ему в тот раз продал свои патроны, я понял. Понял. Понял, хорошо. Оружейное. Улучши ваше оружие, но не бесплатно. Интересно. Урон. Урон может улучшить. Дружище. Спасибо за покупку, да я ничего, сэр, не купил. Дай мне патронов, хочу купить у тебя для дробовика. Изучайте. Припасы. Припасы хочу для дробовика купить. Снайперские патроны, патроны для дробовика. А сколько здесь их есть-то? А? Ну, давай купим. Что-то купил. Что купил, хрен его знает, короче, на 1000 куда-то отдал и все. Ладненько. Ты больше там не смейся, так, а то я испугался. Куда-то нам сюда, скорее всего, нужно. Нам как-то надо попасть во внутренний двор. Может, могу устроить экскурсию. Спасибо. Спасибо. Я пойду, пожалуй. Окон я не вижу. В горле как-то пересохло. Опа, бежит за нами. Бежит, бежит, бежит. Этот хохочет еще опять. Нам нужно окна найти. Жажда мучает. Жажда тебя мучает. Пойдем окно найдем.
Наверняка нам куда-то сюда. Да. Зря я так сделал. И где она? Эй! Женщина! Она меня потеряла или что? Жажда ее мучает. Я окна, значит, ищу. Ломаю здесь. А ты просто берешь и это, и улетаешь. Но это некрасиво. Да, ключик заднего двора. С внутреннего. Открыто. Хорошо. Ладно, давай возьмем пистолет, потому что пистолет всяко экономнее выходит. Ну, не то, что экономнее, а просто он... Если выстрелишь, ничего страшного. А тут целый патрон потратишь. Что здесь у нас? Здесь у нас с тобой какая-то хренота. Сюда ключ какой-то нужно применить. Угу. Железные детальки. Железные детальки — это хорошо. Пойдем туда еще сходим. Что здесь у нас с тобой? Здесь ничего. Угу. Очень необычно получается. Так, ну выходит, нам по-любому нужно вон туда. То есть в любом случае бежать туда, чтобы найти ключ, чтобы найти что-нибудь еще интересное. Не знаю, что здесь можно найти. Так, ворота не кликабельные, не действительные, без каких-либо действий, так что там ловить нечего. Здесь тоже нужен ключ, я понял. А, ну это и есть то место, елки-палки, ключ ему нужен. Идем вот сюда, то есть это единственный вариант, куда можно пойти. Ну, просто реально единственный. Опа! Мамзель, а вы куда? Эй, а ты не слышал, что я тут это... Нет, не слышал, что я зашел? Ладно, не слышал, так не слышала. Я тут денежки пособираю, ничего страшного. Вы тут их просто в вазах храните. Не знаю, с чем это связано, у вас традиции семейные, возможно, какие-то такие. Па-па-па-па-па-па-пам. Так. Ящики пустые, ничего здесь нет. О, что ты сделал с моей дочерью? Убил, наверное, хрен его знает. А, я туда попасть не могу, жаль. Жаль, хотел бы я рассказать, что я сделал с дочерью. Карта замка основная, могу карту посмотреть. Спасибо большое, покой... Покой Димитреску, как раз передо мной. Вот они, покои. Только мне ключ нужен. То есть я стою, мне вот сюда, по-хорошему, в террасу нужно попасть. Пойдем в террасу, и там есть лестница. Только это не терраса вовсе. Кровищ-то сколько, ошалеть. Вы здесь занимались чем-то, что ли, или что? Пивка? Мадам. Пивка? Не пивка? Нет. Искупаться можно. Красота. Нормально, что я там у вас в ванну принял, нет? Может, вы против? Патрончики. Так. А, я думал, еще одно, одно действие есть. Угу. Где-то здесь... Погоди-ка. Где-то здесь наверняка есть проход. Зал омовения. Там что-то восклицательный знак какой-то горит. Это что значит? Нам что-то нужно сделать в этом зале омовения? Это людей здесь режут? И с них кровь стекает. Опа! Подожди, а куда я ее должен вращать? Что за загадки, блядь? Так, конь здесь к чему? Конь тут к чему? Просто мне расскажите, пожалуйста. Что-то я сделал, короче. Что сделал, хрен его знает. Ну пусть. Ну-ка, прыгай давай. Ух, господи. Полша волится. Что происходит-то? Так, можно... Да, спасибо. А то мало ли спрыгнет сейчас еще.
А это нам не надо. Не надо ни в коем случае, чтобы он падал. Ну спустись. Сейчас опять будут трупы ходить, да? Их надо будет убивать. Я не хочу, блин. Ой, козлик. Козлик, хороший козлик. Привет. Угу. Это, может, фишка какая-то этой игры? Козлики тут. Всякие. Всякие котлики. Козлики ходят и какого ходят. Какого черта? Какого черта? Да здесь кровище, ты видел сколько? Он пропускал, небось. Ой. Сюда нам надо. Ой. Что это такое-то было? Я просто в раздумьях, что здесь делать вообще. Такое узкое пространство. Я не люблю такие узкие пространства. Здесь все время страшно, мать его. И неудобно воевать. В принципе, неудобно воевать, потому что... потому что, блин, тебя не прицелится ничего. Тебя убить могут в любой момент просто. И что самое страшное, это знаешь что? Это то, что... Это вовсе не хоррор, а экшен уже. Экшен. Еще бы элементы стратегии сюда добавили, было бы вообще классно. Потому что РПГ здесь уже есть. Еще здесь есть секшен и хоррор. Но хоррора здесь как бы как такового нет, здесь просто кровища, вот и иногда внезапные скримаки какие. Ну-ка, что там? Давай ты не будешь глупостями заниматься, мечом махать, куда не нужно. И мы будем жить в мире с тобой. Ну, это от меня в любом случае не отстанет, правильно? На тебе маслину. Какие они долгие, капец. Ну, не, эти хотя бы гораздо менее живучие, чем вурдалаки, которые были на улице в самом начале. Потому что там они вообще не умирали. Происходит, блин. Я просто смотрю, вода пошла кругами. Надо это остановиться, думаю. Шажок сделал, а тут, а там это. Во, опять. Я ж говорю. Ладно, давай здесь не будем мучиться. Ни хрена не мучиться. Так, кто-то еще что ли идет? Не, вроде нет. Я в такие экшн-сцены стараюсь молчать. Хотя бы потому что я сосредоточен на стрельбе. Иначе я буду мазать, буду психовать, буду патроны зазря тратить. А нам это совсем не нужно. Нам нужно попадать, нам нужно убивать. И, видать, без этого никак не проживешь. Потому что эта игра, блин, не пустит нас дальше, если мы никого, ну, если мы всех не попереубиваем. Правильно? Правильно. Так что приходится вот страдать, стрелять и ждать, когда же закончится все это дело. Ну, ты-то зачем сюда идешь, ну? Спасибо, что ты умер быстро. Быстро и почти безболезненно для меня. Чего? А, это он разлагается так. Денюшек здесь очень много, но они как-то, знаешь, они в таком большом количестве, как белорусские рубли раньше до девальвации. Это как они там называются? До реформ вот этой денежной. Они... Их вроде много, но патронов ты на них купить хрен да ни хрена можешь. Потому что все ценники там огромные просто. Чай, водички махну. Угу. И можем дальше играть. А то в горле уж пересохло. Так, мы можем сделать патронов, нет? Можем. Теперь 43. Уже хорошо. Уже вот это уже цифра мне больше нравится. Нежели... Так, а по карте я где нахожусь? Нежели 10, там 15 патронов. Терраса. А, вот терраска и вот лесенка, по которой мы как раз поднялись.
И мы сейчас попадем как раз в покой Димитреску без двери и откроем с другой стороны ее. Тихо. Не дури. Не... О, сохранялочка, отлично. Я ее сразу не заметил. А я сразу говорю, не заметил ее. Угу, текст. А тут что? Так, это просто занавеска, да? Ее нельзя ничего сделать с ней. Понял, принял. Алло. О, блядь, ну конечно же ты упасть хочешь. Ну, да ты вообще невидимый, слушай, тебя никто... Да это бред полнейший. Просто сидит под окном. Она сейчас посмотрит на меня по-любому, она же заметила меня 100 раз. Но вот в зеркало-то она на меня сейчас не смотрит прям, да? Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс... Но это она заставляет нас поверить, что она так думает. Чтобы мы думали, что она так думает. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю. Сейчас тебя усмирит мать Миранда. Нет, это. Матерь Миранда. Да, конечно. Угу. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. А что за церемония? Меня там это, женить с кем собрались или что? Я мышку лучше в руки возьму. Эта тварь заплатит мне за все. Да за что я тебе платить-то должен? У меня вон эти денежки есть. Хочешь, дам. Во, патрончиков нашел. Женщина, а вы куда ушли-то? Заперто с другой стороны. А вы тут все двери закрываете или что? Или вам заняться больше нечем? Матерь Миранда вызвала нас всех к себе, чтобы мы решили судьбу отца ребенка. Меня аж трясет, когда я вспоминаю этот семейный совет. Ко мне относится как к сестре этих выродков. А этот Гейзенберг, это рвань, не учится манерам, даже если отхлестать его имя. Я бы его порвала, но матерь не позволила. Почему она ведет себя со мной, как с ними? Она подарила мне этот замок, послушных дочек и вечную жизнь, ведь так? Кто ее любимица, если не я? Кто лучше всех? Надо выпить. Вот это правильное решение, вот это молодец. Роза. Где ты? Роза. А может ее уже того... превратили в кого-то. Так, эта дверь закрыта. Так, вот тут ящик не открывается никого. Ой, это не надо мне, это не надо. Изучи. В смысле? А чё, а как? Что я должен сделать здесь еще? Кто бы мог подумать, да? Ключ нашел. Твою мать. Здрасте. Вот ты где. Здрасте. Ребенка в замке. А где он? Скажите, я пойду. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Да больно теперь вообще. Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Да никто тебя не пытается обокрасть, я просто смотрю. Хрена у вас полы гнилые. Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду. И уничтожу! Да если ты хотел, ты бы меня уничтожил уже, я только что у тебя в руках был. Ну, покажи свою силу. Ты сейчас довыеживаешься, она покажет. Она же может, я же вижу. Разве что не так сразу. Никогда не понимал вот эти вот глупые сцены, типа, вот, я тебя уничтожу, когда найду. Да ты только что со мной разговаривала, очно, прям вот глаз в глаз. И сейчас говоришь мне, что ты меня найдешь и уничтожишь. Да уничтожь, да на, вот уничтожай. Да. Чё за глупости? Уничтожительница нашлась. Так, мы посмотрим здесь... обстановочку, а потом пойдем дальше. Сейчас кто-нибудь нападет из-за угла, 100%. Вот из-за вот этого, из-за следующего. Что-то как-то спокойно больно. Тут что у нас? Опа. Денежка, что ли? Угу. Антисептики какие-то. Ух, как хорошо-то все идет. Ну как хорошо? Что-то вот, знаешь, нездоровое. Патронов надавали.
Я не пытайся убежать. Привет, Фредди Крюгер. Я разорву тебя. У меня аж дышать это тяжело ты стало. Ты не увидишь свою дочь. Побежали, да? Ты заплатишь за оскорбление, нанесённое в дом, Димитра. А куда бежать-то, блядь? Тут некуда бежать. Все, блядь, тупик. Ёбаный в рот. Сейчас лупанет. Лупануло. Вы не можете пользоваться правой рукой. Когда я смогу ей пользоваться? Дерни. Да руку-то дерни, ёб твою мать. Подожди, а что делать-то надо? Поищите Розу в замке. Я рад, конечно, дульный тормоз. А мне бы это самое... Лекарство бы и вот... использовать бы. Я не могу пользоваться правой рукой. Да я не собирался правой. Левой налей. Бежим. Бежим. Самое главное нам не умереть. Ну как бы я почти это уже сделал. Вообще в целом это нечестно. Она быстро ходит. Ой. Не, давай заканчивать быстрее не будем. Давай мы с тобой мирно договоримся. Что ты от меня отъеживаешься, и я ухожу. Просто мирно договариваемся. Никаких проблем мне не надо. Не трать, я человек простой. Мне не нужно ничего чужого. Блять, как долго-то. Я куда-то, видать, к небу возношусь. Ты не сбежишь отсюда! Ну, это как посмотреть, конечно. Вообще, в итоге-то я, наверное, должен сбежать. Но вот руку ты мне отпилил знатно. Универсальный антисептик. Вообще, хорошая штука. Что за чудеса хирургии? Это он руку решил себе присвоить, как-то сказать, прижить? Серьезно? Это что за чудодейственная травка-то? Чё хорошего? Ты то, что... Чёрт, этот замок! Как ты руку-то себе присандалил только что? Сбегите из замка. А куда бежать-то? Погоди, давай карту посмотрим. Угу. Это что? Справа дверь. Блять, вход. Карта. Хуй знает куда. Пойдем. А, они за мной не пойдут, наверное, да? Радует, если они за мной не будут ходить. Тогда у нас есть время. Карту взял. Пристройка. Отлично. Не бы сохранялочку, было бы здорово. Давай еще приделаем одну... Хотя у нас есть уже одно лекарство, да? Так что нет, тогда не будем. Перезарядочка. Отлично. Все идет пока как по маслу. Имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Пропала у госпожи. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так как изготовлена на заказ. Главная камеристка. Кто-то ходит, блядь, вот тут прям. По-моему, первый замок, к которому не подошел ключ Димитреску. Потому что, по-моему, он здесь от всего. Это универсальный ключ. От универсальных замков. Так, у нас есть карта, да? Давай смотреть на карту. Оперный зал, библиотека, железный ключ с отметкой. Получается, здесь больше дел идти некуда, кроме как вот сюда. Смотреть, вот только записочку можно. Что тут изучить? Один день после процедуры. Три девушки лежат неподвижно. Кажется, будто они мертвы. Изо рта старшей вылетело насекомое. Оно похоже на обычную муху. Два дня после процедуры. Все три тела покрыты мухами. Похоже, мухи прожирают их плоть. Когда я открываю окно, часть мух тут же упала замертво на пол. Видимо, их убивает холод. Я быстро закрыла окно, чтобы не сделать насекомых еще слабее.
4 дня все три тела почти целиком съедены насекомыми. Осталась лишь темная копошащаяся масса существ в форме тела. Сразу после полудня насекомые начали менять цвет. Те, что сидят на лице, стали бледными, а те, что на губах, ярко-алыми. 6 дней масса насекомых вновь превратилась в тела людей. Все трое очнулись и смотрят, как младенцы. Я чувствую связь, как мать с дочерями. С дочерьми. Я уже выбрала для них имена. Белла, Даниэла и Кассандра. Ёб твою мать, вы что здесь творите-то, а? Ироды. Они какие-то тут процедуры проделывали. Так, вон там где-то монстры. Вон там где-то. Где, пока что неизвестно. Пойдем туда сходим. Косорылый, ёб твою налево. Надо же было промазать. Сзади никого нет? Сзади никого нет. Это самое главное. Меч бы взять бы, как в Dark Souls, пойти мешать всем. Шар с цветком и мечами. Наконец-то. Один шар нашел, представляешь? Шар нашел. А, здесь, кстати, моделька такая же, как и около торговца внизу. Где он? Блин, прыгать нельзя. Я бы сейчас прыгнул, да и пошел бы. Это вон он, да, стоит? А, нет, это стул. Значит, он на втором этаже. Эй, товарищ. Иди ко мне. Смотри. Сколько пуль уходит на одного монстра? Лишняя была пуля. Значит, 7 штук. 7 на одного монстра. Ошалеть. То есть у меня сейчас, если даже подумать, 10, 36, 40, 46 на 7, 6 монстров. Это при четких попаданиях. Математика здесь не в счет, конечно. Это глупая затея считать патроны и знать, насколько их хватит. Не хватит их настолько, насколько я сказал. Потому что я буду сейчас палить со страху куда угодно, только не в монстров. Рояль стоит. Что здесь написано? Научное название нет. Размер 5-6 сантиметров. Структура тела, как у мясной мухи. Но голова отличается. Они плотоядные, активно питаются мясом, чтобы поймать жертву. Они принимают форму человека в процессе, используя феромоны. Они рождаются, когда каду откладывает яйца в хозяине. Но сами мухи не способны к размножению. Слабеют при резком понижении температуры. Если температура опускается ниже 10 градусов, их метаболизм замедляется, и они впадают в некое пособие криптобиоза. Как тихоходки. Или, может быть, Все ясно. Сектанты. Что там лежит? Порошок. Порошок это нужно. А ржавые обломочки. Здесь что? Шариков больше нет нигде. Я бы хотел найти пару шариков. Так, а здесь... там я тоже был, да, все. Пойдем. Пойдем в дверь вот в эту. Сейчас опять нас встретит эта бабень. Нет. Ой, опта. Не-не-не-не-не-не-не. А хотя что, не-не-не-не-то, мне туда и надо. Мне же нужно на выход и в замок. Погнали. Где замок? М. Двор, столовая, главный зал. То есть я там не был по факту, да, еще? Значит, мне нужно в обратную сторону, да? Да, это ворота. А в ворота мне не надо. Ну, пойдем. Не хочу я с ними сражаться, пусть ходят. Если не нападу, значит, будем терпеть. Ой, елки-палки, здорово. Бежим. Заждаться, может, и заждался, конечно, но... Видеться я с тобой вообще не хотел, конечно, честно тебе говорю. Чего? Маски ангелов, 1 из 4. А как я в такой ситуации должен находить их? А ты за мной пойдешь или что? Я вот просто сюда вот хочу пойти сохраниться. Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Да так себе, дружище, дай сохранить побыстренько. Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Сейчас она зайдет ко мне и убьет. Вы найдете ее вне стен этого замка. Ты помощник, конечно, такой. Хотите что-нибудь купить на дорожку?
Сказал мне, что в покоях может быть. Я и... расширился. Нет, Гарит. Ну, если нет в покоях, значит, иди за пределы. Хорошо, ознакомьтесь. Я надеюсь, она сюда не зайдет. Хотите что-то купить? Я просто очень надеюсь, что она сюда не зайдет. А, дополнительный груз. Количество ячеек в снаряжении. Не, оно мне не надо, мне не нужно это все. А, это рецепты. Блин, это нужная тема-то. Давай купим. Ясно. Что-то еще. Честно. Еще они там делаются. Из реагента, пороха и ржавых обломков. Счастливо. Давай, счастливо. А я отсюда не сбегу, если она будет это... стоять передо мной. Бежим. Просто бежим. Куда нужно бежать, я не знаю. Я не понимаю, куда я бегу. Блядь, я в тупик пришел. Поиграй со мной еще. Не хочу. Отстань. А тут нет ничего. Отстань! Уйди! Она меня кусает. Она меня кусает, что мне с ней делать надо. А там еще бабень это ходит. Да. Че да-то? Сестры, ловите. Кого ловить? Не надо меня ловить. О, иди, отстань! Вот. Отстань! Пойдем, где здесь это окна есть? Пойдем к окнам. Где-то я их вон там находил. Вон там окна. Идет за мной собака такая. Так, этот здесь стоит. Ладненько. Что мне нужно делать с теткой? Найдите маски ангелов. Сбегите из замка. Найдите маски ангелов. А давай попробуем шмальнуть по бабе по этой. Потому что ничего хорошего все равно не произойдет, если мы по ней не будем шмалять. Где она там? Все. Она больше за мной не ходит. А где она? Вон она ходит. Пытаешься раззадорить мой аппетит? Да, пытаюсь. Иди отсюда. Это самая безопасная комната, короче. Угу. Я, короче, в тупичке. Чё это такое нашел сейчас? Маска печали. Каменная маска, найденная в подвале. Она выражает горесть. Вот где мне нужно найти эти маски? Как ты думаешь? Я вот тоже не знаю, где маски надо найти. Еще одну отвели в подвал, она пролила суп. Все знают, что происходит в таких случаях. Ты исчезаешь без вести. Твою кровь выпьют, а проклятая душа будет пройти по коридорам. Я нашла ее. То кожа до кости, она доедала труп крысы. Чую, мне недолго осталось. Грустно. Я могу делать только так. Больше ничего не умею делать. Где мне найти маски? Мне нужно найти аж целых еще 3 маски. И где мне их найти? Остается для меня загадкой. Здравствуйте. Ох, вас как много-то здесь. Я здесь ни разу не был, что ли? Погоди, откуда вас там лезет все? Лезут. Я ж говорю, что хрен я попаду в кого. А!
Все. Я просто буду дольше пулять этого пистолета. Это мне не нравится. Ну ладно, давай ходить. Да хорош махать своими серпами, ну. Да у тебя несколько дырок в голове. Дурил ты. Ты не понимаешь, что ли, этого, нет? Ладненько, пойдем дальше. Пойдем дальше. Самое главное, нам с тобой сейчас не потеряться. Давай смотри, где мы с тобой не были. А, я здесь и не был. Я понял, я здесь не был. Вот почему здесь так много монстров. Делов-то. Так, ну пойдем, пойдем тогда. Не подходит к замку, это обидно. Это другой ключ, который как раз-таки нужен еще где-то. Еще где-то вот наверху он нужен был. Так, а здесь я был. Нет, разве? Мне кажется, что я здесь был. Так, по карте где я? В покое утешения. Такие себе покои, конечно. Да мне кажется, что я здесь был. И уже не раз. Открой. Просто что здесь ищу-то? Я от этой тетки бешеной здесь бегал. Да ведь? Да, здоровый аппетит. Я здесь был. Угу. И куда мне идти, и зачем мне здесь ходить? Вот это самый главный вопрос сейчас, актуальный очень. Пойдем обратно. Капает, как будто у меня в комнате. Представляешь? Капает, как будто у меня в комнате. Если ты в наушниках, то слушай. Капельки водички падают, как будто в комнате у тебя. Пишет игра, что здесь вот красное. А красное, значит, мы здесь не все изучили, я так понимаю. Ну, скорее всего, так оно и есть. А если не все изучили, давай все изучать. Да? А туда можно залезть? Нет, нельзя. Все, покой и утешение, все. Так. Ну-ка. Теперь пойдем туда. Странно все. Это просто я не понимаю. Не понимаю немножко, как это работает. Скорее всего, эта комната тоже до конца не изучена. Хоть я и прошел здесь все вдоль и поперек. Но, видимо, я что-то не взял. Поэтому игра считает, что я здесь не все сделал. Правильно считает. Ну да, смотри, не посинело. Значит, что-то я еще могу взять. Но здесь нечего взять. Здесь просто нечего взять. Здесь просто взять-то нечего. Если было нечего, она бы не говорила, что нужно что-то взять, правильно? Правильно. Так, а здесь что у нас с тобой? Здесь все хорошо, здесь все нормально. Пойдем вниз. Вот загадка-то, блин. Чё я здесь мог не потрогать? Здесь дорога-то всего одна, как бы делать-то больше здесь нечего. Ну, правильно же я думаю. Правильно, не то, что думаю правильно, я даже делаю все правильно. Правильно, говорю же, делаю правильно все. Так, давай, не закрывайся там без моего ведома. Слушай, я здесь, я не вижу, что здесь. Что здесь нужно сделать? И как это нужно сделать? Ладно, пойдем тогда наверх. Кто-то ходит рядом. Угу. Угу.
Я только подумал, что все больно гладко идет, и вот пошло все не гладко. Я в первую очередь я заблудился. А во вторую очередь я заблудился еще раз. Ладно, давай будем смотреть по карте. По карте мне нужно идти прямо и прийти в столовую. Прямо через кухню и в столовую. Кто-то ходит и гремит ключами. Что за музыка? Что такое происходит? Они же все вон ходят, да и ходят. Ничего страшного не происходит. Бабеня-то рядом ходит. Вот это вот да, вот это напрягает. А, кстати, вот тут вот ходит где-то, да? По карте где я? В столовой как будто что-то не сделал я. Как будто что-то не сделал в столовой. А что я здесь мог не сделать? В столовой что-то сделать. Здание. Что здесь такого нужно сделать, чтобы это все дело покрасилось в синий? А? Я тоже не понимаю. Я вот серьезно тебе говорю, я хожу, не понимаю. Серьезно? 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 Вот этим... Это нужно было сделать в этой комнате. Ой, а зачем мне табло кристалл нужен-то? Че он мне дает? Ну-ка. Тап. Сюжетное. Это не сюжетное даже было. Это просто ерунда, сокровище. Так, ладно, идем в следующую комнату. Следующая комната будет у нас с тобой. Пойдем в зал четырех и в комнату торговца. Охрен, пусть она там ходит где-то. Поиграй со мной еще. Да не буду я с тобой играть, пошла в жопу. Отстань, уходи. Уходи. Да. Пойдем дальше, пойдем. Пойдем, не стесняйся. Идеально. Пойдем, где окошки? Чё ж ты со мной не ходишь, где окна? Почему ты бегаешь за мной только там, где... нет открытого пространства и только там, где... нет окон. Я хочу, чтобы ты пришла за мной, где окна есть. Там мы сможем с тобой разобраться на равных. Мама! Мама! Ни хрена себе, я сейчас пробежал через нее. Ой, мама, вот она. Маманька ее сейчас мне полоснет. На пару с этой дурой, ёб твою налево. Как ощущения? Да, шалеть. Так, погоди. Надо это, лекарство поделать. А то мне как-то очень нехорошо становится. Пойдем, пойдем. Тетя, а тетя, где ты? Идешь? Пойдем, пойдем, пойдем. Иди, 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 иди ко мне. Пойдем. Там комнатуха такая хорошая, блин. Для развлечений самое оно. Ha 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 ha!
Чё ха-ха-ха? Ты где есть-то? И чё это значило? Тебя-то мне здесь и не хватает, серьезно. Наконец-то мы встретились. А мы и с тобой только что встречались, я видел. Серьезно, мы сейчас с тобой вот так будем ходить? Но если да, то ничего страшного, я не против. Ты меня совсем не пугаешь в таком виде. Просто похоже на какую-то бешеную мамашку, которая пытается мне доказать свою правоту. Давай-ка мы с тобой решим. Сойдемся на мнении, что ты не права. Просто ты не права, и пойдешь ты отсюда лесом. Не будешь мне мешать искать маски. Опа. Карту. Карта в зал четырех мне нужна. Комната торговца. Пойдем в комнату торговца, короче. Все, в жопу. В комнату торговца бежим. Сейчас это с мухами прилетит. По факту говорю. С мухами должна прилететь. Шар. Вот что надо-то было сделать, ёпть. Так, и чего? Угу. 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 Отлично. Чего? Я проиграл, что ли? Тут можно проиграть. А, нужно было... А, в лунку нельзя попадать. Нужно как раз на светящуюся хрень вот эту, да? Я понял, понял. Нужно было в светящуюся хрень попадать, а не в лунку. Я не туда наклад... Я не пойму просто, что вот влево это вправо, а вправо это влево. Вот это вот сложно. Угу. Угу. Так, потихонечку, потихонечку. Потихонечку туда катись. Давай, вон туда. Мне бы угол обзора чутка изменить. Да. Мне угол обзора хочется поменять. А, вот. Ну, конечно, такой себе этот угол обзора меняется. Я бы хотел вот, чтобы прям вокруг него крутиться. Ну, раз нельзя, будем пользоваться таким. Чё ж уж поделаешь. Правильно? Правильно. Сейчас мы эту головоломку пройдем и серию закончим. Ну, конечно, круто, да. Давай-давай-давай-давай, катись. Катись потихонечку. Молодец. Хорошо. Ура, салютики мне показывают. И что дальше? Что произошло? Вот эта тетка, которая топчется там, она меня прям заколебала. Алый череп. И что, и все, что ли? И больше ничего? Так, а по карте что покажут? По карте все, по карте больше ничего не покажут, я понял. Здорово. Так, ну и в зале четырех что-то нужно сделать. Нужно, видать, кому-то что-то дать. Кому-то что-то засунуть. Само собой. Давай мы у тебя... Нет, тебе, точнее, продадим. Чем добыча товара. Сокровища? Сокровища, где у меня? Сокровища, сокровища, сокровища. Все. Так, ок. Да, обменять. 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 То, что, видимо, это больше не... А, подожди, и патронов купить надо. Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Давай, 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 давай. Открывай мне магазин. Заходите, Итан. Припасы. Из припасов я хочу купить у тебя патроны для дробовика. У меня 40 тысяч есть. Я куплю у тебя вот это. Ага. И куплю у тебя вот это. Патронов я у тебя очень мало как-то. Тебе что нужно?
Маска не... Нет, маска печали не сюда. Сюда, может? Нет. Сюда, может? Да, сюда. Маску печали я надел. Ты омерзительный одному из ангелов. Чужак. Она мне что-то должна дать, наверное. А? Нет, ничего не дает. Обидно, досадно. Ну ладно, пойдем, сохранимся и в следующей серии уже продолжим. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии, в других видео. Обязательно заходи смотреть другие видео. И пока.